Тут костерчик горит. Ой, как хорошо на уличке. Как хорошо. Сколько там градусов? Градусов почти на нуле. О! Лилюш, пахнет, да? Лиля, пахнет. О, какой костерчик. Обычно ночью. А сегодня вот днем решили с разбегу прям так. Юрик пиво готовит. По пивку сейчас еще. А бутылочки маленькие. 300-граммовые. Во. А Андрюхе? А он уже есть. Есть, да? Да, он другой пьет. А. Думаю, дровишек хватит. Где там Андрюха? Ты не замерз, Андрей? А? Да не, он пошел куртку сюда. Потому что Ануш, ветерок чуть дует, да и ноль. Там у носков-то есть теплая-теплая. Да не, нормально. Майка, плюс жилетка, плюс куртка. Смотри, чтобы не замерз. Не хотят жалеть. Нет, весна, наверное. Сырые, наверное, да? Не-не. Так вроде ж не сырые. Я толстенькие просто накидал. Они, я думал, они будут более-менее это, медленно гореть, они не фигня. Я чуть-чуть погорели, а потом не стал. Ну да. Пахнет. Крышка не с него, да? Не. Не. Я так и подумал, раз 3 рубля 60 копеек у меня написано. Да, да. Вон, 3 рубля 60 копеек. Но к нам приехала вместе с казаном. Да. Мокрый. Вот нормально. Так вот, такой пловчик будет. Ну, вот так вот его сейчас. У нас... Потом в него чеснок втыкаешь, да? Да, ну обычно я же говорю, целую голову, нечищенную, знаешь. Еще и нечищенную? Да, нечищенную, да. Прям втыкаешь. Помытый, но нечищенный. Во. Ну, а у нас не получилось целой головы, потому что что-то у меня в этом году плохо хранится чеснок. Так, а получается, чеснок потом выкидывается, что ли? Не, нет, можно кушать. Можно кушать. Да. А шкурка от него. Ну понятно. Да. Можно кушать. У нас получилось вот так. У нас вот. Он на свинине. Да. Вот так вот. Вот. Ну, сейчас сплывет, скорее всего. Воду нальем сейчас. Славянский вариант плова. Как утятница готовили. Да, это да. А, на нее наливать получается? Да, чтобы он, ну, не да, чтоб там. Ребята готовят. Сюда не размыл. Повыше. Да, можешь повыше держать. Не обязательно. Лилюша, замерзла, пойдем домой. Пойдем, пойдем, отведу тебя домой. Пойдем. Трешка? Это 5-литровая. Пятишка, 2,5 литра. Не, но мы же сначала на зервак залили. Ну да. Сейчас. Ну всего 2,5. Пойдем, пойдем домой, давай. Пойдем. Пойдем. Там плов, тут шашлык. О, сейчас как сядем. Немножко плова, немножко шашлычка. Вот. Пойдемте, пойдемте. Лиза, ты замерзла? Иди домой, давай. Давайте домой.
Давайте. Давайте домой, домой, домой. Болтайся, блин, чтобы не заболел. Да не, не, руки. Мерзнут только руки. Потому мокрые. Вода, вода, постоянно вода, вот это вот мокрая. Сам не замерз? Нет. Не? Ну смотри. Но тут все равно теплее, чем в Москве. Да? Теплее, чем в Москве. Ощущается воздух по-другому. Ага. Там сырость в Москве. У нас тут вообще все классно. Сам. Надо себе такой купить. Удобно. Это нам Юрик подогнал. Да. Да. Удобно. Блин, Андрюк, да ставь. Да вот тут и ставь. Туда, на угол. Ну вот так вот тропинка. Вот туда? А. А, ну да, он там мешать не будет никому. Да. Тебя с бобруска-то никто не смотрит? Не смотрит? Не знаю. Ну, сейчас начнут появляться, мне кажется. Сейчас кто-то, да? Может, и скажет, что... О! Андрей, у нас с бобруска? Да. Да? А, из Белоруссии. Мы были в Белоруссии, нам очень понравилось вообще. И люди понравились, и сама Белоруссия, да, понравилась. Ну, вот ощущения вот такие приятные. Мы как... ну, тут чувствуешь это... Я не знаю даже, как объяснить это, как чувствуешь. Знаешь, ты помнишь, когда говорил, то, что ехал, даже у нас люди... Всем телом, можно сказать, то, что чувствуешь вот это вот состояние или обстановку вот это вот, да? Да. Мы когда были вот в этой, в Барселоне, когда мы были возле Саграда Фамилии этой, да и вообще, да, Барселон, ну, другой менталитет у людей и другая обстановка, вот... Ну, приятно находиться как бы там или чего-то. Приятно. В Питере тоже, когда были, вот мы с Москвы улетели и в Питер прилетели, там были. Тоже вот именно совсем другое, прям меняется конкретно Москва-Питер, совсем другое. Конкретно другое, вообще, вообще. Он спокойный такой абсолютно и там себя чувствуешь по-другому. Да? Вот так же и, ну вот, и в Беларуси, когда мы ехали. Это в Москве суета, суета. По-другому, да. В Москве суета вот это вот. И... Да. Знаешь, ты, когда ты туда собирался, чувствуешь, ездить, я тебе по-другому говорил, как-то у нас более... люди ездят по медикам. Спокойно. Не, вот спокойно себя там чувствуешь как-то. Вот. Стреляй. Такие, ну, я не могу просто словами это объяснить. Как мне это чувствуется, как когда там находишься. Ага. Вот эти вот впечатления. Ну да, ну приятно. Да, да, да? Вот прикольно. Угу. Ну, не прикольно, вот так я могу сказать. Как дома, да? Вот чувствуется, что это да, это действительно другая страна, даже если вот ты не ощущаешь проезд этой границы, да, то, что там мы проехали, там без всяких проблем, в принципе, вот. И, ну, да. Вроде ничего так не поменялось, но поменялось. Другое, да. Другое. Я хотя бы даже элементарно чистенько. Да. А твои кто? А жену как зовут? Ну и... Валерия. Валерия, ух ты, какой имя. Гостеприимство, да. А дочку? Удивило, конечно. Милана. Ой! Привет Валерии и Милане. Да, родителям. Посмотрят же, тоже скучают же по сыну. Ну, конечно. Видео выйдет, ссылку это скинем. Да, конечно, скучает. Я их понимаю прекрасно. Так, я не знаю, прям добавлять. Немало будет. Не знаю, вроде толстые дрова. Может, помельче по это? Покрошить? Нет, они быстро, как быстро раз три палки и затухать. Можешь подзакинуть. Единственное, что пока тебе просто будут гореть, ну, а этот прогонит. Чтобы время утонуло. Ну да, давай. Я просто как бы, ну, я люблю, когда докидываешь, уже это перегорело. Да, вот я про что и хотел сейчас сказать. Да, что а это нижний угол. Может, помельче, Юр, помельче их, да и все. Не, нормально, это быстро дерево горит. Да, это осина. Да. Осина, да? Да. О, осина. Это осина. Просто тот уголь, который уже перегорел, он начинает уже тухнуть. Он
рассыпается на пепел. Да я знаю, вот, да. А это получается... еще, Арина, треугольник из капусты. Да. К нам заехали ребята. Ехали с Кузьминича и заехали. Как вовремя. Да. Да. Ну, как? Ну вот, и сейчас посидим. Я краем уха слышала, что Марина пирожки жарит. Я не могу. Ну и хорошо. Молодцы, что заехали. Молодцы, что заехали. Но у нас пока не все готово. Правда? У нас пока не все готово. Ну и ладно. Ну и ничего. Сейчас быстренько там ребята это и все. И все будет на мази. И посидим. И будет праздник. Все, быстренько стол накрыли. Вот, поставили только пирожки. Ну все, ну больше пока ничего нет. Ну и ладно. Сейчас картошки сварим еще. Да, ну там плов, там у нас этот шашлык сейчас будет. Все, девочки мне помогли накрыть стол. Шумно, весело, здорово, классно. Кому там не дают, о-о. А? Лиза не дает. Ой, надо почаще вот так. Юрик приезжает. И все, и съезжаемся. И слёт. Да. Лиза, у меня ничего нет. Все, Юр, готов? Ну да, заканчивай. Ну пускай там постоит, да, пока шашлык пожарится, да? Да, 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 вот как раз. Да. Во. Ребята, как же здорово, что ребята заехали. У нее не только там, он еще, вон он, видишь, где пошел, снизу его вверху как идет. Вот где есть промерзание 4. Я не знаю, а у этого, а у Кёша, этого, Сережа. Это нарост. А у этого там вообще дом весь. Там, что вы там, ребята? А ничего мы тут, а вы уберите вашу эту. Да, мы тут, что он готов. Совсем. Пускай он еще постоит, Юр, накрой его. Да. Ничего. Так и есть. Да, так ничего, есть. Успеется. Успеется. Да, обалденно. О. А мы тут, девочки, сидим. У нас пусто на столе пока. Ну, да? Нам ну, ничего. Пусто, пирожки. Ну и ладно. Мы по пирожку съели. Да. Червячка заморели. Вот. Да. Девочки. Что вы, девочки? Девчата ничего не дали. Дали им. Все, Лиза вкусняшку получила. Лиля тоже получала сегодня вкусняшку. О. Юрик, хватит посуды? Я думаю, да. Да, ну хорошо. Что там? О, плов уже. Плов. Ложку, большую надо ложку, да? Да, прямо обыкновенную надо. Как внутрь? Обыкновенную? Марина, как мы удачно заехали. Ой, молодцы вы. Вы вообще молодцы. Молодцы, девочки. Я думаю, что хватит всем. Да, конечно, понемножку, конечно. Да? Конечно. Ну и все. А ну и хорошо. Да. Главное, чтобы выпивки хватило. Марина, мы за пьяницы. Ты даже за это не переживай. Мы сейчас вот по рюмочке и все. Ну да. Да. Ну и ладно. Конечно, зима. Хорошо. О, мужчина. Ага. Девушка, я ведь замужем. Девушка, я же вам сказал, я замужем. Это водители, ты же объясни, да, водители. На дороге водители, в окно. Девушка, у вас колесо спустило. Ой, и правда, а вы не поможете? Нет, я женат. Лепота. А что он показал? Лепота. А что он показал? Ну, с Кузьминичей привезли, видали, чем? О, да и классно. Выдержи. Это плов? Остатки, о, да? Это ой, ну и хватит, ну и хорошо. Чудо! Не, ничего.
А это вырежем. Да, не буду. Не буду вырезать. Все как есть. Раз, два, три. Ну вот. Раз, два, три. Время, конечно, уже вон. Раз, два, три, раз, два. Четыре, ну, ладно. Купля. Ой. Вообще замечательно. Шашлычок, плотик. Чем вы тут занимаетесь, вы добрые? Сейчас свети, дай мне связи. Нет, все. Так, забирай, пожалуйста, вот. Забирай. Давайте. Давайте, давайте. Мойку. Мойку. Снимайте сюда. Да? Так. Снимаем. Ну, все снимаем. Лёшик, где он? Попробуй. Лёшик, где он? Я ничего. На улицу пошел курить? Да. Или давление мерить? Курить пошел. Не мерить давление. Что? Курить пошел. Какой плов? Отвал башки. Плов отвал башки. Обалдеть. Конечно, это мы удачно заехали, очень. Мы ой, думали, я так рада. На пирожки попадем. Ай, я так после рада. Завтра никуда не надо ехать. Нет, Леша, все по домам. Опять заедем. Нет, все по домам. А приезжайте. Тихо. Ой, плов организуем, вот прям. Да? Света, а? Света из казана первый раз пробует, да? Желание загадала, не забыла? Нет. Не? Вкусно? Угу. Да. Москов, закидаем бомбами. Алиса, будет Алиса, помолчи. Эй! Кто прям сидел в машиночке такой бедный час. Проснулся. Да. Так. Вот, правильное время. 16:00. Ну, немножко запоздал у нас обед. Нет, никто да. Нас не. У нас вообще никто никуда не опаздывает. Вообще никто. А куда мы торопимся, да? Да. Никто мы никуда. Мы увидели 16. Ух ты, нифига себе, уже 16:00. А ведь только приехали, как говорится. Ну и ладно. Да только 12 было, а уже 16. Да ладно. И так каждый день, да? Счастье-то какое, господи. А тоже с Ромкой приехали. Что было, ё-моё. Ну, конечно, тут и с гостинцами, тудым-сюдым, но все. Раз. Вот да, это. Ребята тоже приехали как не с пустыми руками, это кроликов нам привезли. Того-сего. Это... Диетического, да? Это Сережа рассказывает про то, как они первый раз к нам приехали дом искать, смотреть. А ты что здесь делал? Лика, Лика, Лика. Пловчик. Хозяин, вот он и слушается. Не, она идет. Не, а ты-то тоже слушаешь? Вещь. И когда вот эта ароматика. Дымком пахнет, да? Костерком понесло. Слёна вот такой, господи. Ну, что значит свой дом? Приятно посмотреть на эти мероприятия. Ладно, ребята, будем мы кушать. Да, я присаживаюсь, и батарейка у меня уже садится, так что... Гродненская область, Андрюш. Гродненская ты область. Какой я из Могилевской. Могилевская. С нашим кумом. Наш кум живет в этом. Возле Быхова. А, вот в Быхове. В Быхове живет кум у нас. Ой, хоть недалеко от меня, я из Бобруйска. Мы там вчера не знаем. Знаем шкуму. Нет. Ну ладно. Будем кушать. Когда иду, то дурься та же. Да. 40 лет детства, они самые сложные. Вторые 40 лет детства, они уже более-менее нормальные. Ой, господи. Мальчик, как Сережа. Это хорошо. Как это вспомнить, когда да, такие да, да, да. Да есть, молодые я парни рядом с тобой сидят. Да? Ну что, треба даже, повторить. Даже у меня эти моменты уже есть. Треба. А вот беленькой хочется оценить. Да? Так зацепили, давай. Так классно, дайте-ка попробовать. Ну ладно тем. Попроверим. Беленькая.
О! Весело у нас. Весело, классно. Здорово. А потому что это пшеница. Особенно так тишину словила. Это чистая пшеничная, без грамма дрожжей. С твоего позволения. Это Сережа научил. Да. Сереж, по твоему рецепту. Блин, оказалось, это не последнее. По нашему? Да. Сейчас проверим. А ну-ка. Порядок. Ребята, где-то там на улице, где-то пошли на озеро, там на улице уже темно. Вон. Они все там шастают по улице. Им прикольно, знаете? Классно. Вот. Какой приятный получился у нас день сегодня. Вообще, у меня вообще слов нет. Юрик приехал с другом. Рады как Юрику, так и Андрею рады. Очень рады, что друзья приехали, заехали как раз вовремя. Ну, прям, ну вообще, все так хорошо сложилось. Вот бывает же так, да, складывается все. Прям один к одному. Хорошо посидели. Ребята и не думали. Ну... И мы не думали. Вот. Ну, так все хорошо получилось. Всем хватило. Да, всего хватило. Все наелись, напились. Вот, да. Так что я загрузила свою там, что руками помыла, что там он. Вон там. Работает моя помощница. Вот. Так что я очень рада. Очень рада. Вот шашлык еще остался. Блины. Пирожки. И хотя и ребятам дала пирожков, угостила. Дала с собой. А еще и остались на завтра. А мы потом еще сделаем пирожков. Вот. Так что так. Всем хватило. Радость у нас в доме, ребята. Радость. Сынок приехал. Пирожки ништяковые. Пирожки вот ништяковые, да. Кстати, вы меня обещали... Рецептик? Да. Жене моей? Да. Да. Именно по поводу теста. Да. С тестом. Тесто это у меня уже проверено. Я уже этим тестом... Ой, так долго. На деле-то? А вот тут вот вверх. У маленькой. Я просто понимаю, что вы не дрожжевое именно покупаете. Дрожжевое. Дрожжевое? Да. Не, значит, в смысле покупать? Да, сами делаете. Ну да. Ну вот именно в моменте, что моя просто хочет тоже пирожками эти все строить. У нее получается бабушка, что ли, тоже вкусные пирожки делает. Но моя не может их сделать. Вот. Ну, немножко. То есть, ну, это стоит хочет только начать. Несколько рецептов можно набрать. И вот она выберет свой и будет делать уже по-своему. Вот ну и да, я вот ну и, да. Да, потому что по тесту, вот, ну, что-что, немножко. Спасибо. Юрик делает чай имбирный. Не, завтра в баню. Завтра в баню. Не то, что чай, просто напиток, да, в баню. Чай? Именно, Иван чай. Именно под баню, да. Иван все, чай. Все натурально. Имбирь и лимон, если, да? Если имбирь натуральный и лимон натуральный, то все остальное натуральное. Все натуральное, да. Иван чай по-любому натуральный. Ну да. И имбирь натуральный. Мяты только нет. Мяты только нету, да. Ну ладно, да. Ничего страшного. Пускай будет так. Без мяты. Без мяты тоже только вкусно. Только вот с чаем, если мне память не изменяет, тоже ходят именно в арабс. Подожди-ка. Нет, ты заваривай тут, в кастрюлю. Ага. Да и пускай там остаются. Готово. Это туда Юрик хочет слить уже остывший чай, да, настоявшийся. Готово на это. Еще, ну, и в баню взять потом. Попробуешь, что. А то если что, имбирь на мотор тоже работает. Знаешь? Всего немного.
еще мята, мята и перец острый. Еще острый перец? Да. Можно только, ну, немного, но чуть-чуть, да, добавляется. Вот такой. Я что говорю, это... Да, это что? Чай? В зависимости, что хочешь получить. Какой эффект? Ну, чаек твой я завтра попробую. Именно в бане. При разогреве. Я попробую. Именно для бани делается. Я просто логики не понимаю. Какой? Ну, что он должен сделать для того, чтобы тебе... Ничего. Сказать? Ничего он не должен сделать. Просто... Выводить токсины. Да, ну, не токсины будет... Очищающий. Не будет алкоголя именно. А, то есть заместо алкоголя полностью. Конечно. Вместо пива, да, чай. Так. Что, ну, ты? Так это арабская система. Можно и вообще, да, без пива и без чая. Еще может закипятить, да? Еще один чайничек, да, Юр? Это так, экспериментально. Я примерно то, что смотрел в YouTube, и делаю, как бы, это не обязательно делать так же. Он, наверное, ну, да, скорее всего, восстанавливает обезвоживание организма. Но просто что все компоненты. Там и на моторчик может быть так немножко нагрузка. Да нечему там, нечем. Имбирь. А что имбирь-то? Не, он же там слегка, так, чуть-чуть. Нет, он островастенький больше, такой, но... Больше будет давать этот... Перец. Перец не обезвоживает. Алкоголь будет дольше, больше давать. Алкоголь, он расширяет сосуды в основном. Иначе можно убирать. Там хватит там того, да, половинки? Года, я думаю, да? Хватит. Ну, хорошо. Ну, попробуй завтра, посмотрим. В зависимости еще какую баню сделают. Да.